в рамках проекта «Без срока давности». «25 октября 1941 года. Все население деревни Хацунь Карачевского района было расстреляно фашистскими захватчиками. Поводом к такой массовой расправе стало убийство красноармейцами-окруженцами трех немецких военнослужащих. Фашисты согнали в одно место жителей Хацуни и соседних населенных пунктов. Военнослужащих, беженцев из Брянска, согласно немецкому отчету, было расстреляно 68 мужчин, 60 женщин и 60 детей. В толпе было много детей в возрасте до 10 лет, которым руководитель карательного отряда решил проявить гуманность и расстрелять их вместе с родителями, чтобы не предоставлять их самим себе, говорится в рапорте. Опустевшая деревня позже была сожжена. Только три человека спаслись в лесу. На могильных плитах мемориала фамилии жителей деревни в том порядке, как стояли их дома. Хацунь стала первой, но не единственной деревней-мученицей. На карте Брянской области около 1000 названий населенных пунктов полностью или частично сожженных фашистами во время оккупации. Было расстреляно, казнено, замучено, заживо сожжено. Погибло при бомбардировках более 76 тысяч мирных жителей. Свыше 163 тысяч угнано в рабство в Германию. Только в Карачевском районе были сожжены почти все населенные пункты. Никто не забыл. Ничто не забыл. В рамках проекта «Без срока давности».